Меня зовут Мирия Драгина, я из Киева. Я работаю радиоведущей и сценаристом. И впервые на Майдан я вышла 21 ноября 2013 года, в самый первый день. Казалось, что это самое главное, что происходит в моей жизни, и что я должна быть здесь. И все остальное, чем я занималась до того, как будто бы стало утрачивать смысл. Мне кажется, что Майдан показал украинцев как людей со своей историей, своим «я». В Украине вроде бы всего 24 года, молодая страна, но тем не менее культура здесь имеет намного более глубокие корни, и то, что здесь преследуют как раз те самые европейские ценности, об этих корнях говорит. Я очень ностальгирую по Майдану, я скучаю по тем моментам. Мне очень хочется вернуться в то время, когда мы стояли друг с другом плечом к плечу. Многие из нас, кто подружился там, дружим до сих пор. Мы обрели настоящих единомышленников, открыли для себя потрясающих людей. Я точно открыла очень многих. И вспоминаю об этом с такой печалью, что это нельзя вернуть. Это был момент добра и зла, борьбы жизни и смерти, но очень честный момент. И эта честность, настоящее счастье, ее обнаружить.